Алло, амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Агиман, и с вами Стайтек, и добро пожаловать сегодня прятки в CSGO на старой классической карте. Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Будет весело, будет троллинг, будет угар, желаю приятного просмотра, про подписки не забывай, ну и не забудь написать, как тебе серия, хочет ты больше таких. Мы начинаем, погнали! Поехали! Про подписки не забудь. Агиман, смотри на меня, у тебя башка размером с галактику. Это потому что я умный. What the fuck? Я думаю, тебя пчелы покусали. Нет, это пчелы. А что за звуки? Это ностальгия. Это звуки ностальджи. Слышь, я ничего найти не могу. Да ты ничего не искал еще даже. Я выхожу уже, да. Так, 5. 4. А нам очко, походу, мы даже не спрятались с тобой. 1. Знаете, что я вам скажу? А я в доме. Прикольно. Да почему он ко мне пошел, а не к тебе, Гиман? Квантумец, стой! Квантумец, он в дом забежал, Да какой дом? Ты откуда ты знаешь это? Он на улице. Я видишь, ты задолбал меня! Спасибо, Гиман. Пожалуйста, брат. Мы выжили. Ты сверху сидишь, потюк, блин. Где он топает? А ты где топаешь? А вот я топаю, Квантумец! Муха! А может быть здесь... Опа! Подожди. Ты что, нычку нашел? Да! Блять, а он меня нашел. Ай, блин, я думал, ты направо пойдешь! Тут обалдеть, Агиман, я нашел какую-то подсобку нафиг. Тут 3 квадрата. Ну, ты ой. Можешь помощь? Как тебе? Скинуть что надо? Агиман, да стой же надо ты! Им. Ты не умер! Все, нет! Пока. Агуша, блин, добегался, все? Хлопчина, ты что, в канализацию пишешь, все что? Ага, а ты тоже, видимо, пошел в канализацию. Да, я в канализацию с тобой пошел, я понюху. Не, на. Интересно, это, конечно, нычка. Ушка. Подожди, так ты вообще не там, что ли? А ты на втором этаже, блин, сидишь где-то там у себя в шкафу каком-то, например, да? Вот в этом. Нет. Вот тут. Бляха. На куканчик посадил. Ты нас ищешь, Стайтек? Пойдемте, покажу сверху экранечку, смотри. Давай. Побежали. Беги за мной, беги. Чего, все, бежим. Несись просто как ветер. На максимальных оборотах, давай. Понял? Ну это я, да! Все. О, так это понятно, это нычка такая неплохая, так. Это офигенная нычка. Ты что-то клевое нашел, Клан? Да. Да! Охуел? Я тебе показал. То есть ты крысил мне нычку, я тебе все свои секреты рассказал. Да ты сейчас увидишь, ты поймешь, какая это нычка у меня. Большой красный. Ой, большой белой кнопки, да? Да! Я понял это по беги за мной быстрее. Успевай, да. Побежал нажимать на кнопку, нажал, смотри. Ой, что ж случилось? Теперь точно нажал. Квантумец, а действия какие будут дальше? Да никаких. Развлекаться. Ну неплохо. Придержи дверь! Не могу! Давай! Он не успел! Просто за секунду, сука, до... Так вот, Квантумец, я застрял из-за тебя! Надеюсь, ты не сдохнешь. Скорее, он сейчас успеет. Он не успел! Я дурею просто этой фигни, этот трендулайзер. Ля-ля-ля. Нифига тут не ля-ля-ля. Тини-трактор едет к нам. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он меня видел. Наверное, да. Но меня он точно не видел. Тебе дым покидать? Если что, могу покидать не, дым. Пока не надо. Сука, а как ты туда залез? Да я нашел только что кое-что. Я удивлен, почему ты это не нашел. Я удивлен, что я это не нашел. Тутун. Блять, надо тогда это поискать. Тутун. Надо, согласен. Бляха! Че? Он нашел? Ты что думаешь, блять? Самый умный, что ли? Он нашел про эту нычку, что ли? Я не понимаю, думал, это ты вообще, Стайтек, появился у меня. Думал, стоп, какой Стайтек, начал бежать, и стало было поздно. Так, я выхожу через секунду. Я вышел. Как хорошо. Ой, как хорошо. Превосходно был. Где же вас, интересно, носит? Где же вас искать? Кто-то попався. Кто попався? Ну, я не знаю, кто это. Агиман, наверное. Я. Нет, это Игорь. Вот это великолепный смог.
то, что нужно тебе сейчас было. Да-да-да. Да, я не знаю, кого ты... Блин, я что, жал пробил, меня не... бросила. Где ты есть, Агиманчик? Выходи. А ты можешь не пиздеть так громко? А как мне потише говорить, да? Конечно. Я же, блядь, здесь напрягаюсь вообще-то. А ты не напрягайся, ты расслабляйся. А может и вообще не говорить. Привет, Контунец. А ты пробовал прыгать с этих штук? Ну, не знаю. Попробуй, давай прям на нож. Да нет, похоже, ну мне надо на нож. Да прыгай прям на нож. Прям как я? Чувак, ну не попал? Получается, что нет. Да блядь! Еще один! Вот так же самое явно! Да я. Он слишком далеко был. Надо было просто залазить. Хитрый ты жук, а ты посмотри, Контунец. Конечно. Давай. Хитрый лис. Что ты мне сделаешь, а? Ничего ты мне не сделаешь, не боюсь я тебя. А в смысле я сделаю? Да, пока ты будешь делать, сюда. Я уйду уже 1000 раз. Давай, открывай. В смысле? А закройся! Можно так ты отойди от нее, ага. Фух! Открой мне! Да что, на какой такой, на какое основание, на каком, а? Ага, да-да-да, давай, побайте меня. Блин, а он-то реально вышел. Агиван, кто все открывает? Вон он по крыше ходит, воздушная тревога, Агиван. Знаешь, да прыгнуть! А. Что ты? О, ебляха, муха, ты посмотри, какой носатый злой. Да, как зашли вы туда? Ну покажите мне проход! Он тумец, блин, ты паршивец, да слазь оттуда, разбойник. Ну я ищу что-то, понимаешь, что пытаюсь. О, он вышел на балкон, на крыльцо на первом этаже. Вышел на крыльцо. А, он тумец, если через кнопку. Он ко мне идет, гадость такая. О, привет, Агиман, спасибо. Вы что, опять у себя там спрятались, блин? Конечно. На самом деле, Даня, ты же обманываешь меня, да? Нет, ни в коем случае, я в доме. Ты меня отвечаю, ты обманываешь. Нет, я в доме, на еще подсказку. А ну давай. Вот тебе подсказка. Подожди, вон оно где ты. Ты что, нычку нашел какую-то клевую, Контунец? Ну да, не, а ты видишь его, где он, Агиман? Он на крыше. А, на крыше, да? Побольше подсказок. На еще подсказку. На, слушай, граффити. Слышал, Стейтек? Да я понимаю, ты где-то надо мной, я видел твои ноги здесь. Я поэтому и думал, что ты на чердаке, и пошел на чердак, но тебя не было там. Вот, я ж вижу, да, я вижу, что ты тут. Типа, ну. Подожди, чё? Там что-то открылось, я... Подожди, нас я... раскрыли! Нас раскрыли. Я видел, как открывай, ты... Открывай, Агиман! Контунец, меня там нет. Бляха-муха! Получается, не может, не получается у него запрыгнуть на ебучий куст. Игорь, давай, сосредоточься. Сосредоточился, все. Привет, Агиман. Смотри, да, привет, вон он, смотри, на крышу залазит. Смотри, я так в ахуе просто такой, в смысле, блядь? И второй туда же. Да-да, возможно, если бы я меньше тупил с этим кустом, я бы что-нибудь бы доуспел. Ты смотри, смотри, что он делает. Сразу хочешь меня убить, побежал, довольный, лапки потирает. Прыгай! Прыгай! А, вон оно, куда ты побежал. Что будем делать с тобой? Я не знаю, я пытаюсь тебя догнать, у меня минута есть, шансы, как бы, ну, сам понимаешь. Блин, он прям за мной бежит, я пытаюсь от него скрыться. Ну да. Получится ли? Да должно. Опа, беги, Агиман! Бежим. Куда нет? Не получилось, Контунец. Бежим, Контунец. Стойте, да стойте! Бежим. Стой, не двигайся, разбойник! Застрял, кто-то видел? Он меня поймал, Контунец. Бляха, как жалко пацана. Контунец, я не знал, что так можно. Есть проблема, как будто бы он знает об этом. Неа. Да ну его нафиг. Он там, видишь, что-то рыскает. Ну да. А, походу он знал об эту прозрачную стенку. Бля, стой! Чего, а чё? Блин? Я ж ударил тебя! Игорь, блядь, ты даже в амбарный стол не попадешь, стоя перед ним. Бляха! Я ж попал! Так, да, я что? Выхожу. Опа, окошко открылось. Блин, а? Чё за шпион на втором этаже в окно выглядывал? Привет. Ты чё, бессмертный? Да-да-да-да-да. Расскажешь? Ай, ты тут вышел! Блин, ты будь, а я слышал. Не знаю, я просто пытаюсь найти что-то. Блин, а ну я Агимана нашел. Я слышал какие-то звуки, Агиман. Я не знаю, что ты слышал. Я слышал кое-что. Надеюсь, тебе показалось. Ах ты мышь, мобиль. Самая клевая нычка, да, Квантум? И что ты делаешь? Пиздец ты, конечно, блядь, конспиратор. Ты думаешь, я буду как ты, бегать 2 круга? Ага, конечно. Слушай, он их там реально накидывает. Отделся. Ну ты, конечно. Как же видишь меня? Черепашка ниндзя хреново. Ну ты что, только что был? Вот именно, Агиман, ты же здесь только что был. Кто ты делся? Не, да, не, это я про тебя. В смысле?
Все, я тебя ищу. У него план какой-то есть. А, блин. Ты дурак? Есть немного, походу. Ты уже там оказался? Зачем ты лезешь на второй этаж? Что там хочешь найти? Законом не запрещено. Хочу и лазю на второй этаж. Понятно? Что хочу, то и делаю. Ну, побегаем. Блять! Побегаем. Блядь, закрылась! Я думал, ты успеешь, я уже такой... Блин. А ты знал, да, про отвертку вшивую, Агиман? Не знал, но раз ты сказал, что я это не смог найти, то это было только... Ну это, конечно, было очевидно, блин, мой язык, мой враг мой, запомните это, дети. Квантумец, а ты где? Охренеть можно! Что ты нашел? Да ничего, проблем я нашел. Это ты? Блин. Да это я. Иди. А он сзади? Сзади враг в засаде. Как? Главное не паниковать. Еще такая хрень, и мне кажется, я сдохну. Я жив благодаря не знаю чему. Квантумец, сверху, за тобой идет Даня. Перепутал. Квантумец, за тобой идет Даня, будь аккуратнее. Где он? Бляха-муха, это просто трындец. Ой, он уже рядом, Даня. Я Блин, тут стена, не могу тебе помощь дать. Я себе еще хуже сделал. Нет, ты дебил! На, еще! Ты сдох! Ты жив? Нет, ты не жив. Я вышел на него прямо. У нас с ним кошки-мышки-мышки-кошки были. Да. Причем я смотрю, типа, то, что это контртеррорист, и думаю, что это ты, Даня, а потом понимаешь, что это... Я также его путал несколько раз. Неплохое место. Новое. На, я тебе дал подсказку. Где ты ее дал? Ты дом 2 на 2. Подсказки твои хуйня, если честно. Нормальные подсказки. Какие есть. На. Блин, я застрял. Вот это ниндзя было. Я застрял. Даня, давай сосредоточься. Я здесь, у меня тут паника накрывает меня. Руки трусятся. Я уже четвертый раз пытаюсь сделать одно и то же. А, ну да. Бляха, беги! Муха. Да что за ловушка, джавушка такая? Слышь, а ты из нее, кстати, выбраться смог. Сука, я тебе на перерез полетел, а там же телепорт на крышу. Да, он там такой гаденький. Граффити оставлять нельзя сейчас, иначе это будет габила. Ты знаешь, где я, Гиман? Прекрасно знаешь о моем местоположении. Ну, кстати, да, Тём, ты должен знать. В чердаке, типа? Да, в пердаке, я бы сказал. Синоним слова чердак. Пердак. Но тебя здесь нет. Конечно, нет. Там еще одна была прозрачная, была, да? Бляха-муха. Ну как сказать, Тём? Да пошел ты нахуй! Я просто знал, что ты будешь делать! Я как хотел туда просто попасть! Просто прочитано было! Я просто заранее подумал! Я выхожу через 2, 1, prepare runs! Это что такое? Дань, там все нормально? Спрыгивай, давай, прям на нож! Нет. Прыгай на нож. На тебя смог бы повалить. Нет, что держишь? Я не знаю, что он держит. Он за тебя, Агиман! Я знаю. А, он не допрыгнул! Да иди нафиг, я второй раз... Она еще мне в голову отрикошетила! Агиман! Как смешно. Убегай нафиг, а ты, Агиман? Это пиздец. А где ты вообще? Убегай, Стайтек, ладно. Нас, если что, залагал. У меня интернет залагал, поэтому Стайтека я отпустил. Спасибо. Че за монстр кустовой? Это кто? Ты Стайтек? Я не знаю, помоги мне, Агиман! Он тут убегает. Блять, хуже всего, что, знаешь, вот Игорь бежит, блять, ко мне, нахуй. Как будто он мне здесь нужен, блять. Я не к тебе бегу! Дистанция сокращается неумолимо. Подожди. Ты поздно стал, стой. Да уже поздно, уже не стой. Агиман не к себе бежал. Это просто пиздец, да. Типа, блядь, я пытаюсь из ебучей канализации... Я хотел на кнопку нажать. Да, он к тебе бежит. Не, прикольно же было. Я такой думал, хоба-хоба, сейчас все будет красиво. А хоба-хоба-то и не получилось. Я хотел кнопку нажать. Пиздец, но я опять думал, что я успею. Реально, блядь, я вот так думал. Помогло. Дистанция увеличилась. Прилично, заметно прям увеличилась. Ой-ой-ой. Бобёр в окно попал, а? Сам ты бобёр, понял? Ты что, КД у неё, что ли? Ебать, а как туда попал? А ты как туда попал, алё, блядь? Алло, у тебя такой же вопрос. Ты в другую сторону прыгнул или что? Как это произошло, объясни мне. Я сам не понял. Охуенно прыгнул. И не говори.
Ну я слышал тебя, я думал, ты на втором этаже. Нет, там было видно его даже в окне. А, ребят, это были прятки в CSGO. Как тебе серия? Про подписки, лайки не забывай. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока-пока.